Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале «Мои 6 соток». Несмотря на мое пополнение, две дочки маленькие, я за две ночи сотворила вот такой вот букет крокусов. В преддверии 8 марта, ну, этот подарок будет моей невестке. Вот, я решила сделать вот такой вот букетик. Смотрите, как хорошо смотрится. Это в дополнение к подарку. Сейчас я вам покажу, как смотрится включен, когда вот так он горит. Сейчас я выключу свет. Достаточно ярко, даже очень ярко. Изолон хорошо пропускает свет. Ну и вот, как вариант для подарка. Ну и для вас с наступившей весной всех. Посмотрите, какая красота. Прям такой весенний-весенний букетик. У меня на улице уже распустились подснежники. И даже кое-где, смотрю, крокусы стали тоже вылазить. Ну, а этот букет, думаю, обладательницу порадует. Спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео. Если вам понравилось оно, ставьте лайк. А кто не подписан, подписывайтесь. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока.